Amarillo. Pa' que tú sepas, nena. Mueve, muévete. Mami, muévete. Que tu babalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete. Que tu babalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete pa'lante, después pa' atrás. Acércate bonita, quédate acá. Mami, muévete, que tu babalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu babalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete pa'lante, después pa' atrás. Acércate bonita, quédate acá. Suena la campana, la campanita. Muévete con la rumba, mami bonita. El tremado te llama, chiquita rica. Con tremenda elegancia, mi rumberita. Mi rumberita linda. Por eso escucha, mami. Muévete pa' acá, muévete pa' acá. Mami, muévete, que tu babalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu babalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Итак, всем привет! Сегодня мы с вами будем разговаривать об интерфейсах, об аудиоинтерфейсах. На этом столе лежат много марок аудиоинтерфейсов, как и дорогие модели, так и из бюджетного сегмента. Здесь мы видим и Rode Procaster, и Rode X, и Levit Connect 6, и всеми известная английская фирма, это компания Neve 88M, тоже очень компактный аудиоинтерфейс. Или можно еще назвать это предусилитель микрофона. Также мы имеем это Neumann MT48, также это Sound Device Mix Pre 6, также это Zoom 8 Pro. И все эти девайсы из очень дорогой линейки, как минимум от $1000 и несколькими десятками тысячи долларов. Также у нас здесь с вами это микрофон от компании Neumann. И второй микрофон – это от компании «Союз». Ну, пойдемте дальше. О чем мы сегодня? Мы сегодня не будем об этом говорить. Мы сегодня будем с вами говорить о компании «Fafine». «Fafine» – очень интересная компания. Это я вам как говорю как эксперт микрофонов и аудиоинтерфейсов. Давайте все по порядку разложим. Не говоря уже о топовых внешних звуковых картах, а как раз начального уровня, разница как днем, так и ночью по сравнению со встроенной от вашего ПК. И если вы еще не подготовились к тому, чтобы сделать все возможное на профессиональном уровне звука, пока нет необходимости повышать ставку, платить больше бабок. Самый доступный из них может идеально подойти вам, когда вы начинаете записывать собственную музыку, играть на гитаре, озвучивать, вести подкастинг, стримить или просто становитесь профессионалом в играх. Вы можете услышать много вводящих в заблуждение высказываний о том, что аудиоинтерфейсы чрезвычайно сложны, непосильны для новичков, которые не владеют никакими микрофонными приемами. Но это еще не вся история.
использование бюджетного аудиомикшера с меньшим количеством портов и регуляторов может сделать домашнюю запись такой же простой, как и с USB-микрофоном. И вот EFI Fine SC1 – одна из тех базовых, но не скупых на производительность моделей, которые докажут вам это. Очень малообеспеченная лига микшеров стоимостью $50 встретила еще одного мощного соперника. Это FiFine SC1. Для всех, кто ищет сверхдешевый аудиоинтерфейс, вы попали именно по адресу. FiFine не так давно известен, как доминирующий Behringer или M-Audio, но с точки зрения цены более современный SC1 мог бы оказаться даже лучше, или, по крайней мере, рынок предлагает вам большой выбор хорошего аудиоинтерфейса всего за $50. Ваши электрические или акустические гитары или микрофоны с подключением XLR, ни один из них нельзя подключить напрямую к компьютеру или ноутбуку. Таким образом, основная цель микшеров такого типа, позволяет вам одновременно записывать на компьютер звук микрофона и инструмента. Он работает прямо из коробки с системой Windows, также и Mac, через USB-соединение. И даже настраивать его с мобильными телефонами для записи в дороге благодаря компактным форм-фактору и входящему в комплект комбинированному аудиокабеле Type-C и Type-A. На передней панели также имеется индикатор питания, показывающий рабочее состояние вашего интерфейса. При наличии подходящего микшера открывается множество возможностей для игр, придавая вашей музыке различные стили, например, использовать его только с микрофонами, чтобы захватить немного больше окружения, напрямую подключать гитару для лучшей изоляции, погружения или даже получать сигнал цепочка педалей от линейного выхода гитарного усилителя. Независимо от того, какой способ подойдет лучше всего, вы можете просто начать создавать собственную музыку дома, не арендуя никакие другие помещения или студии. Сейчас мы попробуем сыграть на гитаре, посмотрим, как этот аудиоинтерфейс справится с этим. FiFine SC1 может стать сердцем и мозгом для подключения и управления всем вашим аудиооборудованием. Благодаря разъему XLR, обеспечивающему фантомное питание 48 вольт и диапазон усиления 50 дБ, вы можете использовать либо конденсаторные микрофоны, либо динамические микрофоны, которые не требуют сверхмощного усиления.
Кнопка фантомного питания, а также индикатор включения-выключения расположена рядом со входом 1. Комбинированный разъем XLR и 1,4 дюйма также представляет вам больше возможностей подключения, если вы хотите подключить источник микрофона с помощью разных разъемов. Хотя вход 2 не имеет функции переключения между сигналом инструмента и линейным входом, вы можете использовать его с динамическим микрофоном на 1,4 дюйма, который не требует большого усиления, нажав кнопку «Микрофон» «Инструмент» для переключения «Дуэтный подкаст». Кнопка «Микрофон» «Инструмент» также работает как переключатель стерео и моно. Для чего-то, что не требует тяжелой постобработки, например, записи закадрового голоса, непосредственно в программное обеспечение для редактирования видео или конференц-связи, просто оставьте кнопку все время нажатой, чтобы получить стереосигнал. Это еще одна функция, напоминающая вам, что вы можете использовать всю эту установку как USB-микрофон среднего уровня с гораздо больше гибкостью. Но вы определенно хотите получить от этого максимум, если захотите начать работу под каким-то музыкальным проектом. Затем просто снова нажмите кнопку вверх, чтобы позволить ей войти в свою зону. Две монофонические дорожки для записи отдельно для вашего голоса и инструмента. Его АЦП работает с максимальной частотой 16 бит и частотой 48 кГц, что является основной причиной, по которой он маркируется меткой начального уровня. Но преимуществом является то, что 80 дБ динамического диапазона, обеспечивающее 16-битным звуком. Я могу сказать, что ни один специалист на телефоне, на компьютере, на телевизоре никогда не определит, какой у вас звук, 16 бит или 24, а тем более 32 бита. Только на современной супердорогой технике вы сможете услышать это, и то не все. Был такой тест, что музыканты включили им музыку, и только половина смогла определить, что они слышат 24 бита, а не 16 бит. 50% ответило, что это 16 бит, и 50% ответило, что это 24 бита. Это так, отвлекся я. Тем более, если вы хотите, вот биты, 16, 24, 32. Но если вы не занимаете микширование, вам не нужно ни 24, ни 32 бита. Это я вам говорю как специалист. Итак, достаточно для начала домашней записи с ограниченным бюджетом. Если вы уделяете немного больше внимания стадии усиления, чтобы оставить больше запаса по мощности и создать более низкий уровень шума. Это не самый бесцветный усилитель для наушников за свою цену, но если вы выкрутите громкость до максимума, но все равно не сможете услышать все детали, то вам просто нужен ЦАП с более мощным выходом. То же самое и с разъемом для наушников SC1. Он имеет одну из самых высоких выходных мощностей за свою цену – около 30 при сопротивлении нагрузки 32 Ома, что может быть неплохо для людей, которые только начинают работу. Благодаря широкой совместимости с наушниками бюджетной категории вам не придется тратить кучу времени на их поиск и рисковать, что они не подойдут. Сейчас поговорим о микрофонах. Вопрос, какой микрофон лучший? Звучит актуально только в идеальном случае, когда все остальное настроено. Вы просто выбираете лучший микрофон, и все готово. А именно так вы поступаете в студии звукозаписи. Разумный голос напоминает вам о необходимости выбора микрофона в зависимости от условий использования, когда бюджет ограничен. Потому что большую часть времени запись, особенно потоковая передача, производилась в средах, которые не обрабатываются. Поскольку в вашей комнате твердая поверхность, звук будет отражаться и попадать в микрофон.
Чрезмерный уровень шума является главным препятствием для большинства людей. Долго ли прослужит микрофон? Правильный вопрос, который можно задать, когда вы только начинаете, потому что этот микрофон будет единственной рабочей лошадкой, которую вы собираетесь пользовать какое-то время. Но вопрос не только в долговечности, но и в возможности модернизации. Качество сборки, возможно, и не уступает, но если качество звука не соответствует вашим постоянно растущим потребностям в записи или потоковой передаче, такой микрофон все равно может прослужить недолго. Поскольку ISIS спрятан внизу, а микрофон удерживает только предустановленное металлическое амортизированное крепление, вы получаете простоту с первого взгляда. Если вам не нужна навязчивая форма перед вашей потоковой или вещательной камерой, она отлично впишется в вашу установку благодаря гладкой отделке цельнометаллического корпуса. Это больше, чем просто привлекательный внешний вид, как и крепление амортизатора. Вы не найдете никакой гайки, чтобы затянуть крепление, а только резиновую ленту, поддерживающую весь микрофон, что является гораздо более эффективным способом поглощения вибрации. Это также снижает чувствительность низких частот. В результате будет меньше. Что вам действительно нужно запутать, так это фоновый звук. И динамический кардиодный капсюль действительно позволяет К688 проявить себя в этом аспекте. Обычные пользователи не имеют какой-либо специальной акустической обработки в комнатах. В этой ситуации очень поможет динамический микрофон, поскольку он не улавливает отвлекающий фон или отраженный звук. Он удваивает подавление шума благодаря кардиодной диаграмме направленности. Но, несмотря на то, что вам придется работать над ним и близко к нему, чтобы добиться максимально четкого восприятия вашего голоса, результат просто ошеломляет. Если вы привыкли использовать конденсаторный микрофон, все, что происходит вокруг, больше не будет заметным, и на этот раз вы действительно сможете ощутить преимущество кардиоидного микрофона. Самое приятное то, что вы сможете продолжать пожинать плоды этой выгоды на долгие годы. Потому что конструкция хорошо продумана, что позволяет легко настраивать его сразу, как вы только начинаете, и дает вам возможность обновить микрофон, не отказываясь от всего микрофона в будущем. Микрофоны XLR безлики, а микрофоны USB бессильны. Вовсе нет. По крайней мере, в случае с Firefine К688 их можно дополнить друг с другом. Эти два аута придадут универсальную привлекательность каждого в последующие годы. Потому что вам не нужно вкладывать силы в то, чтобы научиться его использовать в самом начале. Если в какой-то момент вы захотите улучшить свою игру или перейти к следующему этапу, вы можете поэкспериментировать с функцией XLR. Если это необходимо или может быть для специальной установки с двумя компьютерами, вы можете даже отправить сигнал с микрофона в два разных места, например, на ваш компьютер и аудиоинтерфейс, или акустическую систему при использовании его на открытом воздухе. Первый пришел, первый обслужен. В комплект поставки микрофона входит аудиокабель USB. Не разбираясь в микрофонах и просто хотите с самого начала качественного звука, сначала вам следует попробовать USB-соединение, чтобы набраться опыта. XLR-кабель сюда не входит, это мой XLR-кабель, он длиной 10 метров и он сделан компанией Neumann. Цена этого кабеля примерно около $200. Но это мы опять отвлеклись. Достаньте предварительно установленный микрофон из коробки и просто подключите его к компьютеру с помощью прилагаемого USB кабеля. И все готово. Сейчас уже 2023 год закончился и начался 2024 год, и USB-C
должен быть повсюду, поэтому USB-порт в нижней части микрофона имеет тип SC, чтобы избавить вас от необходимости искать нужный кабель. Благодаря USB-соединению его можно использовать не только на компьютерах, но и на консоли PlayStation, Android или iPhone. Найдите кабель TRRS диаметром 3,5 мм для подключения к контроллеру. Он может работать даже с Xbox. Еще до того, как появится порт XLR, у вас уже есть достаточно возможностей для подключения. В крошечном корпусе втиснута небольшая студия. Благодаря USB-подключению органы управления на корпусе также станут интересной деталью, и вы обязательно оцените их удобство. И они просто просты и не создают смертельную ловушку, когда один поворот программной ручки испортит вам звук. Качество звука может зависеть от того, через какой интерфейс вы используете микрофон. Если вы используете разъем XLR, но по сути это не общий тип динамических микрофонов, в которых средние частоты заметны, а яркости недостает. Унаследовав родословную Fifine, высокие частоты – это то, что не промахнется, но они не так уж и раздражают ваш слух резкостью. Сейчас поговорим о наушниках. Чтобы начать карьеру, вам нужно что-то надежное, что не доставит вам проблем на пути продвижения. Наушники Fifine H8 – это именно та рабочая лошадка, которая поможет вам превратиться из новичка в уже такого профессионала. Слышите все шаги и шипящие звуки в играх? Сможете ли вы без измерителей определить, обрезается ли ваш текущий подкаст или запись вокала? Да. Погрузитесь в поп-музыку, где вы не находились, абсолютно. Вам нужно лучшее разделение звука, чтобы выявить проблему с вашим миксе. Совершенно никаких проблем с этим микрофоном, с этими наушниками. Чтобы быть универсалом, вы должны в первую очередь выглядеть таковым, иначе у вас не будет возможности продемонстрировать, что вы действительно способны выполнять различную работу. Будучи далеким от слишком сложного дизайна, чтобы сказать вам, что он предназначен для конкретного применения, Fifine H8 сохраняет аккуратный и простой вид, который вы без труда сможете использовать как для развлечений, так и для вашей работы. Если присмотреться, то сдержанный внешний вид преподнесет вам несколько сюрпризов. Боковые части оголовья окрашены стежками, а металлический удлинитель выполнен в двухцветном исполнении с логотипами-смайликами прямо посередине чашек наушников. Все они помогают улучшить эстетику и дают вам гарантию того, что вы не будете выглядеть плохо, надев наушники на уши. При ношении наушников закрытого типа в большинстве случаев вы выбираете погружение звука и внимание к деталям, а не ширину стерео. Поэтому важно обеспечить наилучшую изоляцию от окружающей среды. Так что вместо тканевого материала плотные чашки наушников H8 покрыты таким кожезаменителем. А благодаря приличному усилению зажимов пассивное шумоподавление H8 позволяет использовать его даже на открытом воздухе. Недостаток плотной губки, закрывающей уши, заключается в том, что в ней может накапливаться тепло и влага. Но плюсом является то, что кожезаменитель настолько мягкий и дышащий, что вы не почувствуете дискомфорта в течение короткого времени. И становится еще более обнадеживающе знать, что амбушюры можно заменять, что обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Как бюджетные наушники, или как мы их называем, абсолютная рабочая лошадка, в вашей студии они должны выжить после злоупотреблений, бросания и очень интенсивного ежедневного использования. Таким образом, можно заменить не только подушечки, но и съемный аудиокабель на 3,5 мм. Наушники H8 готовы выдержать некоторые испытания.
Сама по себе съемность не выделяет шнур среди многофункциональных наушников. Верхний рукав – это свернутая часть. В игровой конфигурации ваш ПК или ЦАП обычно находится на расстоянии вытянутой руки. Вам не нужен безумно длинный кабель, который займет много места или заманит вас в ловушку, что вы запутаетесь в этом кабеле. В этом случае 4 фута – достойная длина, но он может растянуться почти на 10 футов, если вы используете наушники в большей студии звукозаписи, где интерфейсы расположены не так близко друг к другу или к вам. Он также создан для работы сразу же. Благодаря низкому сопротивлению, это всего 32 Ома, вам не придется задаваться вопросом, достаточно ли мощное устройство, чтобы усилить мои наушники. Вместо этого вы просто подключаете его к любому устройству с выходом 3,5 мм и слышите звук через 50 мм динамические драйверы. Звук может быть немного ярким для студийных наушников, но он подходит для игровых наушников для игр FPS. Вы можете услышать все шаги и определить, откуда что-то идет. И некоторые шипящие сигналы могут звучать четче в этих наушниках. В отличие от некоторых наушников с тяжелыми басами для прослушивания музыки, они не искажают звук и не утомляют ваши уши. А благодаря более теплому звуку, который обеспечивают наушники закрытого типа, и немного лучшему воспроизведению басов с помощью 50 мм, динамика поп-музыка, которую вы слушаете, не будет звучать так, будто доносится издалека. У H8 довольно плоские средние частоты, без проникновения в эту область высоких и низких частот. Используя его для мониторинга, подкаста или записи закадрового голоса, гнусавый тон не будет беспокоить вас в любой момент. Благодаря разделению звука и полноразмерным средним частотам, позволяющим слушать инструмент в миксе, вы даже можете использовать их в качестве еще одной пары наушников, чтобы изменить условия прослушивания ваших ушей и принять более надежное и точное решение. Вот так мы немножко познакомились с компанией FiFine. Я сделаю такой вывод, что, конечно, все эти девайсы, которые стоят тысячи и много тысяч, и десятки тысяч долларов, это все хорошо. Но если у вас нету денег, бабосов, вы ограничены в средствах, то это хороший комплект, который подойдет для вас на первоначальном уровне. Потихонечку, с развитием, вы, конечно, захотите что-то лучше, но на первое время это отличный девайс. И я опробовал его. Вы не ощутите, даже если у вас какой-то бложек в Ютубе, вы не ощутите разницу. За 10 тысяч долларов вы даете звук, или на FiFine вы передаете звук. Так что сегодня познакомились с такой компанией, как FiFine. Кому интересно, покупайте смело, используйте. А там вы сами определитесь, что лучше. Весь этот комплект стоит чуть больше $100. Это не такие большие деньги, чтобы не купить это. Все, всем привет. Всех с Новым годом, прошедшими праздниками. Всех целую, обнимаю. Все, всем пока.